Хлевинскую трассу снова будут ремонтировать третий год подряд. Аукцион на капитальный ремонт недавно отремонтированного участка объявило Федеральное управление автомобильных дорог Черноземья. По условиям договора должна быть гарантия на те работы, которые были уже проведены. Прошло всего лишь 2 лет, еще не прошло. И гарантия есть, и дорога неплохая. Но федеральный бюджет выделил деньги, и этим летом их снова будут осваивать. Капитальный ремонт приличной дороги – дело, оказывается, недешевое. 347 миллионов рублей в очередной раз вкладывает федеральный бюджет в эту трассу. 30 миллионов на 1 километр. Первый скандал вокруг Хлевинской трассы разразился в 2013-м. Дорогу засыпали щебнем, он разбил больше 500 лобовых стекол. Прошлым летом снова щебень, снова стекла. Прокуратура судилась с подрядчиком. Но дороги Черноземья доказали, что водители неправильно ездят. Он должен не по одной колее идти, а должен фигурировать по всей, чтобы шло равномерное переживаемое щебня. Депутат областного совета смотрит документы нового контракта. В этом году капитальный ремонт снова будут делать дороги Черноземья. Именно они выиграли аукцион. И, как уверяет заказчик, капитальный ремонт 11 километров сделают в лучшем виде. Здесь будут выкапываться ровики, укрепляться основания земполотна. То есть будет и само покрытие увеличиваться. То есть полос будет столько же, сколько и есть, но будет безопасность больше соблюдена. Максим Насонов на своем лобовом стекле показывает историю ремонта Хлевинской трассы. Говорит, только-только дорога стала безопасной, и тут снова ремонт. Никакого разумного объяснения водитель найти не может. Ну, это отмывание, наверное, денег. Некачественное сырье, наверное, более дешевое. Очередной недешевый ремонт Хлевинской трассы начнется сразу, как позволит погода. И по контракту закончится он только в конце ноября. Майя Евглевская, Олег Голобоков, ТВК «Новости».